На мельнице. Не знаю, давай, что это такое? Прокачка? Это что такое? Ну давай зайдем. А, магазин. О, пацан. О, жопа, лянь. Пацан, жопа. Подожди. Бля, бомбы продавать, покупать. Стилов, бомбы, кстати. А подождите, а может там бомбы нужны, чтобы там... Помнишь, в этом... там, где лягушка, кузница. Там была дверь. Ну да. Так может... еще много дверей на цепи закрытые. 65. Что это палка? Она какая-то слабая. Хотя нет. Вот она у меня. Она вроде неплохо дает. Эй, давайте пойдем это... Да это арена. Вот сюда мы не это были. Арена. Это арена. Блядь, давай, это арена. Ну, хочешь, зайдем на арену, давай. Посмотрим, что здесь. Ну, мы здесь, понятно, как бы, мы здесь как бы были, поэтому выходим на карту. Сейчас выйду. Да вышел я. Давай бомбы купим. Давай, да попробуем какие-то двери сломать, не знаю. Травку подстригаешь. Ну да, газон. Так, в чем разница? Купить? Они одинаковые, вот просто удар. А, у меня менять можно, это хорошо. А как менять? У меня на кнопочки с... Но, от баттоны. Типа как ЛБ, РБ. Да, ну ты понял. Ну давай сюда зайдем. Давай, начнем. Оружие поменяем. А, вот, кстати, какая-то хрень. Это мы подобрали. А, да, почему оно еще не подобранное? А тут пета, кстати. Я пета хотел поменять себе тоже. Так, глянем, какие у нас есть. Что-то никаких нет. Мало, я бегал, были здесь. А мы, наверное, их всех держим. А ну котик только есть. Кошак есть. Еще котик дает. А ну взорви бомбой. А наверху лянь. Да тут ключ-то, по идее, нужен. Кстати, наверху кот. А, мы его как-то собирали, я помню. Да, мы его собирали вот таким вот приколом, как мы так поднимались. Так, посмотришь. Да, да, вот так мы его и собирали. У меня кот. Ты выше прыгать будешь. Круто! А тот в воде хорошо плавать, тот пет у меня, который. Да, у меня баран покерфейс. Да, кстати. Фу. А что баран делает? Ну, а там... Обадает, изредка. Вот я сейчас... Блин, я знаю, жайте назад. Да дайте вернемся, я заберу этого придурка. Я думал, что это за мусорка. Блин! Все, я забрал. Я бомбу нечаянно использовал. Молодец. Сейчас, ну ладно. Так, а теперь в кузню можно сгонять, что там у нас с оружием. А тебе подбирать тоже вещи нельзя, я сейчас поменяю на вот тот. Сейчас я посмотрю. Чего классно есть. Ого! Ну то что-то 20 надо чего-то. А, я взять не могу. Силы, наверное. Не знаю. Наверное, для этого силы. Ну, это мое говно валяется. Палка. Тут некоторые мы не можем взять. А, я вот, возьму вот этот зелененький. О. О, мой. Зеленый, кстати, да. Он это средний. Нет, тут есть. Зеленый, взять... да, зеленый нормальный. Брокколи какие-то. Как их взять? Да там, он просто ударь. Подойди, просто ударь. Армия зеленого меча. Это вообще брокколи, блин. А, можешь так выйти вроде на карту? Нет? Ну можно, ну пошли так. Побежали, да. А если я бомбу кину? Да я ж кинул, просрал свою бомбу. А ну туда нельзя, да? О. А смысл? А, да, у нас есть. Ну как бы жизни. Вы охренели, дайте мне. Я бомбу просрал. Где мы купили? В жопы, точно. Там где-то сверху, да. Ладно, пошлите, сейчас попробуем это. А где оно там? Вот здесь, вверху, бомбы. Да ладно, у тебя ж одна есть. Ну ладно, давай, пошли дальше тогда. Где, вот здесь мы не взорвали? Он вниз вроде как. Не, дальше иди. Он вниз иди. Что это такое? Индустриальный замок. О. У бабки. Не, просто ты бомбу хотел... Вот там, где камень был, надо было взорвать. А, во. А чё он ржёт? Типа ты недостаточно силен, чтобы сломать... Он говорит, ты недостаточно силен, чтобы сломать. А попробуй бомбу заюзать. Сейчас как, просто на Б, да? Уу! Это всё? Слабенький. Наверное, стекена против мобов. Ну ладно, пошлите тогда. Сейчас я ему полет по мордасам надаю. Да ему пофиг как-то. Ты, кстати, заметили, что замок такой реально современный? Да он какой-то убогий. Музыка зато прикольно играет. Ну теперь нам надо дальше идти. Flower Field! О! О, в атаку! Король. С катапультами. О, пчелы! Лол. Напоминает Фабл. Да, да, кстати. Первый особенно. Потому что третьим не было пчел. Что-то они вообще.
Я третий даже не играл. Да третий он... Не, он прикольный, но... Лучше первый, все-таки. Конечно, самый лучший. А что это, они метательные приготовили машины? Ну, катапульты, не знаю, что это штурмовать будет. Мы будем осуждать цветочного короля. Опять эти пчелы. Не знаю, пейте. Не хотите ли съесть моего пингвина? Не хотите ли съесть огонька? А, их еще добиваете? Деньги. Ля, не как я только что это сальто сделал? А когда бьешь? Ну, то есть подпрыгнул и так, оп. Ух, кто это такие ассасины? Да не, это пацаны с этими, от пчел, понял, сетки. На головах. Ассасины, лол. Ассасины. Тамплиеры, блин. Ого, тут замес. И короля бьют, кстати, заметили? Посрать на наконец-то него. Король начал драться. О, лошадь. О, ты у короля лошадь забрал. Насрать. Grand Theft Steel. The Horse. О. Пацаны, стреляйте, чё вы стреляете? Вперёд, мочить! И чё? А, что? А, они нами сейчас будут стрелять. Что? А тут силу можно выбирать, да? Нет, они нами сейчас будут стрелять. Ну, я говорю, силу выбирать. Ля, он запускает этого чувака. Да блин, а! Кто-то один улетел. Я улетел. А, не. Ну, сила. Ууу! Я куда-то вверх полетел вообще. Да, как-то с опозданием. Нормально. Я дальше всех. О, полезли. Вот пацаны с нами, вау. Ля, лазерные мечи. Улучшенные жопы. Лазерные мечи. Дарт Вейдер пришел. Прокачанные жопы. Я вообще ни черта не вижу. Я тут, я тоже отошел, Боб, потому что сам не понимаю, что это. Просто я не понимаю, кто кого бьет. Я их радугой прошиваю. А на всякий случай магии буду тоже. Я магией тоже, потому что я не могу понять, кто где. Дальше. Вообще ни черта не понятно. Ой, пацаны. О, какой-то уровень. Да пипец, что это происходит? Мы тупо туда-сюда буцаем. Да, кстати. Магия. Там один чувак влетел. Все нормально. А, окей. А, ну ладно. Я тоже подумал, что сейчас надо будет что-то выдумывать. Я их зажарю магией, потому что не могу понять. Воу-воу-воу. Качок пришел, качок. Я вижу, надо его магией жарить. Давай! Попробуй! Шо мое форс! А, мой кидается, мудак! У меня тоже мной кидается, ну и что? Все сдох. Какие-то крестики. Открывай, собака. Press X to win. О, тортик. Свадьба. Прилетели. Почему-то свадьбу попали. Эти все сдохли. Погнали его. А, тут джедая типа. Джедай, говоришь? Не знаю, эти все сдохли. Кто сами был. Зато будет меньше непонятицы. Тут все стулья можно переломать, правда, а не знаю зачем. Комбо не получается никак. О, тортик. Да эти ниндзя надоели уже. Да это Дарт Вейдер просто прислал подмогу. О, тортик. Да, он их затаптывает. О, деньги! Да блин. Да блин! А как это тут ломать? Я что-то не могу взять деньги. Надо разломать тут просто все. Не ломается. Ломается. Да блин, а вот ломается, да. А тортики хпшку повышают. Да это понятно. А там кекс какой-то еще лежит, надо тоже взять. Во. Я подозреваю, тут сейчас будет босс. Да ладно, вот они тут везде. Я тебя так обрадую. Тут, блин, на каждой локации по боссу. Да ты бомбами кидаешься. Желтыми, да. Она прикольная. Не, не желтыми, черными. Не черными, нет, у меня нет черных. Мы только желтые. Апельсиновые. Вижу. Комбо это вот сложное. Последняя комбо вообще нереально что-то делать. Он ему голову отрубил нормально. Отрубить ему голову. О. О, бля, там вылетел. Это...
Да капец тут замес. Сейчас опять будет вылетать даже. Да, наверное, да. Тут не просто так эти окна сделали. Он надоел. Прошелся по нему. Ну да, удивительно. Ну да, это было очевидно. Самое интересное, посмотрите на те окна, на какой они высоте находятся. И чё? Мы там сидели, ждали, пока ты... Да, понял. Живут просто за окнами, как голуби. Наверное. О, яблочко. Лён, бомба кидается. Ну, я же говорю, бомба кидается, я давно это сказал, вы только заметили. Ну, я не особо слышал. Я просто в этой суматохе только заметил. А вот какой-то крутой рояль, сейчас придет злой мужик и будет спать. Что у него с глазами? А где роялистый босс? Или это он и есть? Не знаю, это как босс? Стрелять с рояля? А, вон, вон, да, вон, меня смотри. Ударило током, а вот он. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не знаю, он стреляет чем-то. Вау, вау. Ему пофиг, он за щитом каким-то. А надо изредка его фигачить. Короче, он там... Можно его не подпускать, может быть, как-то так? Да не, он как-то... Не давайте ему встать. Легко сказать. Не давайте ему... Он в каком-то еще, смотри, костюме. А, он оглушает. Пацаны, отрез эти. Да подожди, какой отрез. Сейчас я попробую. Там показывает пальцами. Его нельзя, чтобы он вставал. Прокаст. Что это скотина? Да блин, ну половину жизни сняли уже. Ого, Ля там жарит просто. Ну, оно хоть видно куда. Да. Он играет. Блин, я не успел. Там да, огрело. Это все на что ты способен, слабак. Ой, черт. Ну ладно, все равно слабак. А я вот здесь буду жить, понял? Лол, везде. Я там уже жил, не вышел. Везде достали. Оля, ты что, не... Воу-воу-воу. Да он какой-то мега крутой. Бомбами раскидывается. Тут какой-то реально мега... Босс. Нет, стой, иди сюда, не подходи туда. Вот скотина, добежал все-таки. Да ему тут осталось бить. Нет, у него хп повысилось, видел? Да? Ну посмотри. Все. Он мне не дает ничего сделать. Встать не дает. Да блин, задолбал. Да блин, я далеко был, все равно задел. Побежал так именно его. На тебя магия за это. Куда побеж... Не успел. Так, я смотрю на его жизни. Не, вроде не пополняется. Пополняется. Но они тоже пополняются, что-то мало. Не надо на его жизни смотреть. Так, отстань. Не, не пополняются. Воу. Тихо, парень. Бля, крест на крест уже пошел. Крестики нолики играет. Если выдержит ли мой щит эту бомбу? Конечно, вряд ли, но мало ли. О, выбежал. На, выкуси, скотина. Дайте три медведя сразу. Нет, не меня бей! Откачайте. Быстрее стало. Нет! Блин, зацепило. Убило меня. Я постоянно стараюсь. Поднимите, а? Пока он не видит. Быстро. Капец, у него с фантазией все хорошо. Он как-то зигзагами, крест-накрест. Квадратик. Реально с фантазией у парня все хорошо. Ах, ты скотина. Сейчас я тебе медведя. Я его кинул. Мы его тупо туда-сюда кидаем. А, понял. Я на нем попрыгаю. Аля, она не гритоска, Коля, она твоя. Вот, там какой-то тип какал. О нет, он умер. Бля, он срал там, смотри. А это все... Ты вот надоел. А это все срут. А что это сделал? Это лифт. В лифт уехал. Оригинальный парень. Он Новый год начался. Не, тетёла, да ладно, давайте за черный не пойдем, давайте за какой-то другой. Да. Лол. Парад, все при параде. Вау. Ох ты. Прикольно. А как-нибудь так... О, на шарики может резать? А, вот просто нападают. А, враги. Они быстро падают. Окей. А их скидывать надо. Они точно легко кидаются, да. Да, в него кидать надо, ими кидаться ими в него. Давай. Да, видишь. Галя ему по голове дает. Скидывайте их. Ну да, на него, на мужика. Да. Что ты делаешь? Зря я спрыгнул. Я заметил.
тут, видимо, спрыгиваешь и хана, или нет? Ты еще не, ну я по голове ударил, меня закинуло обратно. Но у меня хп, смотри, сколько. Да, ему урон не проходит. Нет, я его пытался ударить, но сейчас попробую еще раз. Не, ну блин, ну это глупо. Нет, не очень. Все, как бы ты все отъехал. Что это было? Не знаю, это он возродился, типа. А! Бомба, да, это не очень круто. Где я? А, я тут. О! Старый друг Феликс! Как-то вообще странно, если честно. И Феликс. А, черт! Че это что такое? Бля. Он прокачался. Я бы не удивился. Тут наркоман кто-то. Я бы не удивился, если бы он еще радугу стрелял. Подпрыгивай, подпрыгивай. Это я ж прыгнул уже вроде как. А блин, а что тебе надо делать? А ты можешь ему на голову запрыгнуть? Да, конечно, запрыгнул. Ну да, можешь. Теоретически да. Ну блин. Ну блин, слишком долго эта херня фигачит. А как его убивать так нормально? Да блин, ты меня сейчас смеешь бить? Может ему надо в глаз стрелять? Да. А ему урон проходит. А ты магией пробуй. Сбивать, да, в глаз ему. Да иди нафиг. Магией фигач ему в глаз. Надо кидать чуваков и сбивать каст магией. Да тут, короче, да, с лука стрелять. Кидать чуваков надо все-таки. Да нафиг чуваков. Я как бы так разберусь. А этому хас сбивать. Иди нафиг. Ну как-то я понял, в принципе, смысл. Ой, чувак упал. Не бывает. Короче, тут надо как-то команды играть. Один сбивает, допустим, а второй почти чуваков кидает. Ты в бабу попал и получил 10 урона. Нормально. Баба тоже пусть поможет нам. Так, нет, ты парень. Пусть хотя бы осветит на один глаз. Он, наверное, неуязвимый. А хули он крадется? Я не знаю. Вообще, что происходит? Ай! Ты чё, обалдел? Чего он лапой не может просто... Нет! Нет! Вообще, ты получил хорошего только что. Да я очень... О, нормально получилось. Сзади. Да я знаю, я вижу. Ну, в принципе, коту тоже проходит урон и считается, да, это как за босса. Да, урон внизу тоже считается, да. Нет! Да блин, я ж уже стрельнул. Нечестно. Я сейчас появлюсь и... Нормально. Короче, я буду кота бить. Так будет, мне кажется, правильней. Вроде как проходит ему, но... Да блин! Скотина, иди нафиг. Нет! Нет! Черт! Ну ладно, мы что-нибудь придумаем. Я надеюсь на это. Ну подожди.